Дорогие друзья, сегодня особенно трудно мне. Папы, мамы, дедушки, бабушки и наши очень умные, наблюдательные, старательные помощники – это ваши детки, ваши внуки. Сегодня у меня самая сложная задачка – разобраться. Здесь столько нарисовано, и какая-то буква здесь такая очень интересная и вроде бы знакомая, но мне-то она неизвестная. Буква. По краю у нее тут красный, в середине розовое что-то такое. Как это можно понять? Это нужно быть очень умным, очень шустрым на мысли, найти правильный ответ, разрешить задачку и выйти победителем. Но вот с этим как раз у меня-то и плохо. Не могу разобраться. Только с вашей помощью. Столько нарисовано. И вверху еще рядом со мной какая-то буква. Давайте разбираться вместе. Я надеюсь, что вы и раньше мне помогали. И сегодня тоже я с вашей помощью пройду по дороге успеха. По дороге решения задач, которые... На первый взгляд они трудные, а потом смотришь, ребятишки тебе подсказали, и ты сам начинаешь в этом разбираться, и уже получаешь, конечно, только 4 или лучше 5. Давайте с песенкой отправляемся в веселую азбуку к новой цифре. Да! Цифра 5 вот здесь какая-то, да. И к новой букве. О, 5 какая-то. Интересно, какая-то машина белого цвета. Все тут, кто-то прячется там. Разберемся, ладно. Разыгралась буква 10, сейчас будет куролесить, веселить всех до зари. Успокойся, буква. Успокойся, буква какая? Которая веселить всех будет до зари. Точно. Ой, ребятки, молодцы. Ой, какие находчивые. Буква И, и я вспомнил, тоже вспомнила, что это буква И. Нарядная такая, красивая, как горочка вон там, скатиться даже можно на санках, на тюбинге каком-нибудь, на ледянке. Ну, ребятки, отразбирайтесь как. Ну, давайте отправляться дальше. Очень много тут всего нарисовано и веселое такое, интересное. Давайте. Интересная картина, внизу белая. Что белая? Машина, молодцы. Ой, белая. И 5 на ней нарисована. Это может быть оценка, которую мне хотят сегодня поставить. Хорошую, самую лучшую, красивую оценку. 5. Наверное, это так. А сколько колес, интересно, у машины? Как вы думаете, а? 5? Ох, я ошибся снова. Машина, оказывается, 4 колеса. Ну, ребятки, молодцы. Вижу я за ней барашка. Дети, это что, не барашка? А кто же это, ребятки? Опять ошибся. Это Чебурашка. Ну, ребятки, опять. Опять меня выручили. Хорошо. Толстый с бантиком, как шишка, на машине сидит. Кто там на машине сидит, ребята?
Не шишка? Не шишка с бантиком, а мишка. А я смотрю, кто-то большой. Так и думал, что шишка какая-то, может быть, упала с большого дерева хвойного. Ну, бывает кедровая шишка, большого размера такая, там много, очень много орешков. Ну, вот я перепутал опять. А я еще думаю, почему, интересно, шишка с бантиком? А это не шишка, это мишка. Ну, молодцы, снова меня выручили. Посмотри наверх, картины, ручкой машет нам. Кто там машет нам ручкой-то, а? Деревянный какой-то, а? О-о-о, Буратино, ой! Молодцы! Пели весело частушки мы про детские. Про детские. Их много здесь. Это что у нас, ребятки? Игрушки. Вот, наверное, и папы, мамы даже, и бабушки с дедушками не догадались. А ребятки угадали, что все это детские игрушки. Вот жалко, жалко. Поэтому и не угадали папы с мамами, что сейчас они не играют в игрушки. И бабушки с дедушками тоже. А надо играть, надо веселиться. И тогда вы будете знать, что... Есть машина, есть Чебурашка, есть мишка с бантиком. И, конечно, Буратино. Деревянный, но очень умный мальчик. Ой, снова, снова я очень рад. Потому что, ребятки... Только отгадали, столько ответов было правильных, блестящих, на пятерку. И я бы даже, если вот так я был бы учитель, конечно, я бы поставил точно 5 с плюсом или даже 6. Но другое дело, что шестерочку как-то никто не ставит. Потому что это не принято у нас здесь, шестерочку поставить. Но так я бы все равно там... Добавочку какую-то все равно к пятерочке сделал. Плюсик один, потом второй, третий, четвертый, пятый. Вот как на машине нарисован. 5 плюсиков еще к пятерочке. Потому что, ребята, вы этого заслуживаете. Вы настоящие такие умные ребятишки, которые пойдут очень далеко. Будут учиться в школе прекрасно, а потом пойдут... В университеты, институты. И, конечно, будут потом строить города, машины, заводы и все, что нужно человеку здесь у нас в России. Молодцы, ребятки. Давайте, давайте будем вместе шагать веселую азбуку с песенкой. Веселой песенкой. Спасибо вам.